always true. We ask the question. What is needed in the world? Dobitnik Počasnog srca Sarajeva na 28. Sarajevo Film Festivalu je ukrajinski režiser, scenarista i producent Sergej Loznica. Slovi za jednog od najprovokativnijih filmaša današnjice. Školovao se na najboljim filmskim akademijama u Rusiji, a odrastao u Ukrajini. Smatra se kosmopolitom, zbog čega ga često prozivaju unutar državnih okvira izdajnikom. Za Al Jazeera govori o vremenima dubokih podjela i svijetu bez istinskih lidera. Mr. Loznica, thank you very much for being with us. Thank you. When you received the honorary Heart of Sarajevo, you said how important it is for you to be here and to receive this award right here. So what kind of connection do you feel with your country, Ukraine, and Bosnia and Herzegovina? Дело в том, что все то, что произошло когда-то в Югославии, происходит сейчас в бывшем Советском Союзе, который когда-то распался, но продукт этого распада, результат этого распада все-таки отдается таким жутким эхо. И какие-то события, я разговаривал здесь со многими друзьями и знакомыми, какие-то события просто один в один повторяются. То есть этот опыт, который был здесь, должен быть, был бы выучен теми, кто живет вот, и кто управляет сейчас, правит страной в государствах бывшего Советского Союза. Sarajevo Film Festival director Jovan Marjanović at the ceremony introduced you to the public as one of the most provocative filmmakers in the world. Is this true? Ну, я не могу об этом ничего сказать, это мнение Йована, но я не стремлюсь заниматься провокацией, я хотел бы говорить о тех темах, которые многие избегают, потому что они очень опасны. И в этом смысле это воспринимается как провокация. We got to see several of your movies during Sarajevo Film Festival, such as Maidan, Donbass, Babi Yar context. You use a lot of archival material in movies such as Blockade and The Event, so they are more like testimonies of time. What are you trying to document with your films? Дело в том, что все проблемы, которые мы имеем сейчас, они являются следствиями нерешенных проблем, которые мы имели в прошлом. И если мы не решили эти проблемы, то они к нам возвращаются. Поэтому, когда я делаю фильм о прошлом, о сталинском времени или, там, не знаю, о Второй мировой войне, я делаю фильмы о настоящем. Потому что со временем ничего не изменилось в этом смысле. И мы все равно мы можем иметь как модель наше прошлое, рассматривать его спокойнее, чем мы сейчас смотрим на настоящее, но хотя бы из этого извлекать какой-то урок. И пока мы это не осознаем, не поймем, не решим, как нам быть с этими проблемами, мы будем все время иметь... значит, иметь вот такую ситуацию, когда мы сталкиваемся со стеной, бьемся головой об стену и наступаем на грабли. You said the history keeps repeating itself, and as we speak, we have another aggression against your country, against Ukraine, happening right now. Do you think that we learned some lessons from the past, and do you think as Europeans that we helped enough Ukraine? Нет, но эта война говорит нам о том, что мы ничего не поняли и никак не освоили те трагические моменты, которые переживали наши родители и бабушки, и дедушки. И мы вынуждены быть лицом к лицу с теми же вопросами
и вынуждены решать все то же самое. И меня поражает то, что риторика и язык, и вообще подход к этой ситуации, он абсолютно просто копи-пейст, он из того самого прошлого. Вы можете почитать газеты 40-х, 30-х годов и увидите все то, что вы можете увидеть в современной прессе. Очень странная вещь, значит, такое ощущение, что люди, испытав весь этот ужас Второй мировой войны, просто оттолкнулись от него, испугались этого. И два поколения все-таки этот испуг имели. Третье поколение уже живет без этого испуга и опять желает испытать все то же самое. Вот что происходит сейчас. Значит, во Второй мировой войне принимали участие два тоталитарных государства, плюс еще союзники, это демократические страны, как Соединенные Штаты и Великобритания, и остальные страны, которые участвовали в этом союзе. Но, значит, уничтожив одно тоталитарное государство, они оставили другое. Советский Союз, тоталитарное государство осталось со всеми принципами, идеями и так далее. И оно никуда не делось. И сейчас мир имеет проблему. Это вот, он должен что-то делать с этой тоталитарной идеологией и с этой страной. But the world has this tendency just to observe. We observe more than a decade now the war in Syria, the hunger in Yemen, and now we have the atrocities at home in Ukraine, in Europe. So what does this tell you about the politicians who are leaders of the countries that can change all this? Это мне говорит только о том, что эти лидеры либо используют эту ситуацию, либо не берут ее серьезно. То есть не относятся к ней серьезно. Или говорит о том, что лидеров в политике сейчас не существует. What is more probable of these three? Я думаю, что лидеров нет. But through your work, through your films, it's as if you've been saying, I gave you a sign, I gave you a hint, and it was all there all this time. But the Europe didn't listen, they didn't pay attention. Why do you think this is so? Ну, во-первых, я не являюсь советником никакого политика. Во-вторых, кто вообще будет слушать какого-нибудь режиссера, кто такие режиссеры? Причем здесь это? И в-третьих, все-таки я занимаюсь чем-то другим. Я создаю произведения искусства, которые, конечно, наталкивают на эти мысли, но кто смотрит эти фильмы? В этом вопрос. Дело в том, что я давно уже предлагал, что нужно вообще делать такой культурный ценз для политиков мировых, и испытывать их, проводить экзамен на предмет изучения и знаний ими сокровищниц мировой культуры. Как-то читали ли они Дон Кихота, и что они по этому поводу думают, читали ли они Гомера и так далее. Каково их образование, должен быть образовательный ценз, прежде чем они могут занять эту позицию. Это бы удержало нас от очень многих проблем. Вы знаете, в последнее время я разговаривал, я знаю многих бизнесменов, никто не идет в политику, потому что это waste of time for them. Having that all in mind and the fact that we do not have that kind of evolved politician, is there a threat to wider conflict beyond Ukraine? Or your country will stay or be a sole victim of the establishment of the new Russian Empire? Ну, оказалось, что желудок у Российской империи не такой большой, и возможности не такие у них серьезные. И они завязли, и сейчас там месяц и месяц они воюют за какие-нибудь 10 километров. С такой скоростью они будут поглощать Украину в течение 100 лет. Значит, ну, я думаю, что или что, Ишак сдохнет, или... Вот, ну, то есть за это время, я не знаю, это не то время, которое вообще они могут выдержать. Так что мы посмотрим.
Мы посмотрим. Ну, это, с одной стороны, хорошая новость, а с другой стороны, плохая, потому что, значит, это упорство все-таки существует, и они будут двигаться, и Украине необходимо создавать стратегию, каким образом противостоять всему этому. But having known the Russian appetite, what countries could be next? Значит, дело в том, что они остановятся тогда, когда они хорошо получат по морде. Значит, как это было в 21-м году, когда поляки в битве Варшавской разгромили большевистские войска. Значит, вот в этот момент они остановятся и быстренько подпишут мирный договор. Yes, but talking about resistance, February 24 took us all by surprise. Europe did not respond swiftly. There was a lot of fear, a lot of confusion. At the end, they decided to boycott and cancel everything Russian. But you said it's wrong. Don't do that. Да, значит, дело в том, что Европа все знала. Это начнем с этого. Значит, американские спецслужбы все рассказали всем лидерам, которые имели к этому отношение. Все прекрасно все знали. Они могли не верить этим спецслужбам, но они это знали. И, значит, все это подтвердилось. Это первое. Значит, реакция Европы – это реакция Европы. И я могу сказать, что они не очень хотели бы, согласно этой реакции, вообще участвовать во всем этом. Я их тоже в какой-то степени понимаю, потому что у них у всех своя жизнь, а это как бы что-то далеко от них находящееся. И на это они влиять не очень могут. Значит, а что касается бойкота, это ровно как и санкции, это абсолютно идиотские акции. Совершенно идиотские акции, как мы видим сейчас, это акции, которые совершенно не продуманы и действуют против Европы, против экономики европейских стран. Нужно было все-таки подумать, что было бы гораздо болезненнее для России, а и менее болезненно для Европы. Значит, а что касается культуры или всего остального, это вообще абсолютная глупость, потому что вы насчет культуры, вы не можете вообще ничего сделать в принципе, потому что культура разлита в этом пространстве, вы не можете ее контролировать как океан, вы не можете контролировать как потоки воздуха. Значит, и это, мне кажется, что способ достичь возможной победы и удовлетворения там, где вы можете чувствовать себя победителем. Вы только удовлетворите свое побуждение. А там, где вы не можете чувствовать себя победителем, потому что вы не можете победить, вы не можете победить. Значит, это какой-то компенсаторный механизм. Но он работает на очень короткое время. Мне кажется, что это абсолютная глупость, которая, значит, ну, повторялась, уже повторяется третий раз в мире. Это три раза уже было. С Первой мировой войной, со Второй мировой. Сейчас, например, это повторяется третий раз. Значит, и мне кажется, уже пора все-таки какие-то выводы из этого сделать и какие-то уроки взять из истории, чтобы не повторять глупости. Вот. И все-таки я был поражен, я просто был поражен тем, насколько не продуманы действия, насколько результаты этих действий не продуманы. И, значит, мы сейчас пожинаем плоды всего того, что... Вот, что вот приняли там 7-е санкции, 8-е санкции, 10-е, это все какая-то ерунда. Что можно было бы сделать, и что я не знаю, кто делает, это проанализировать свою политику последнего времени и попытаться понять, почему Европа, там некоторые страны, как Германия, настолько стала зависима от потенциального врага. И ведь было понятно, что будет делать Россия. Это абсолютно было понятно. И как можно было поставить вообще всю Европу и Германию, там, не знаю, Нидерланды, Францию, в такую ситуацию? Вот это очень важно понять хотя бы для будущего, чтобы это не повторялось.
Потому что колоссальная проблема была, состоит в том, что Европа стала сотрудничать очень широко с Россией, не потребовав от Российской Федерации признание преступлений советского режима и такого процесса, как Нюрнбергский, над советским режимом, не потребовав всех санкций по отношению к людям, которые занимали какие-то позиции в Советском Союзе и имели отношение к этим преступлениям. То есть этого всего не состоялось, и поэтому мы имеем то, что имеем. From the European Film Academy because they were not calling the war a war. And then when they started and went a little bit like with a step further and started boycotting everything Russian, you also criticized that just to get expelled by Ukrainian Film Academy for being on the Russian side. So what does this tell you about Europe today? No, it's not tell me, это не говорит мне ни о чем в Европе, это говорит не про Европу, это говорит просто о состоянии Европейской киноакадемии и украинской, и этой организации, которая называется Украинская киноакадемия. Вот только об этом, но они не отвечают за Европу, они не представляют Европу нисколько. Я встречался и с президентом Европейской киноакадемии и с директором Европейской киноакадемии в Каннах. И я предлагал им провести большую конференцию, пригласить туда на эту конференцию ученых, историков, кинокритиков, режиссеров, деятелей культуры, чтобы обсудить этот вопрос. Вообще обсудить вопрос бойкота культуры и бойкота кино, вообще насколько, что это такое, что они требуют. И сделать это публично. Я думаю, что это было бы очень интересно, выслушать разные мнения и провести дискуссию. До сих пор нет никакого ни решения, ни предложения, ничего. То есть я думаю, что они не будут это делать. Я не понимаю, почему. Потому что это очень интересный, очень важный вопрос. Это всюду в новостях, значит, бойкотировать, не бойкотировать, что с этим делать. Но, пожалуйста, давайте встретимся и поговорим об этом, как это делали греки. Кто-то прав, кто-то не прав. Но без ненависти просто обсудить все это. Тишина. This tell me that I was right when I just saying goodbye to this academy. Because this academy need us for talking about a very serious, painful question. But what kind of discussion we have? Zero, zero. Well, is there a clear space to act and think as an individual, to have a critical thinking, not binary thinking? Or we're going slowly into the world where we have to be a part of one block or another? We're not going slowly, we're going fast. To this world, you know, we are going to very fast to that world, unfortunately. Yeah. Do you feel as a filmmaker always on the front line? Because you're telling the truth about your country, but you're also telling the truth per se about human nature, about cognitive and social processes, political processes and ideologies. Ну, дело в том, что это Это всегда противостояние, и это всегда усилие, которое мы вынуждены предпринимать, чтобы быть людьми. Быть людьми – это всегда усилие. И это не то, что нам даровано, как навсегда правило существующее. Это то, что мы каждый раз при каждом обстоятельстве и ситуации должны решать для себя. Что мы можем делать и как мы должны вести себя, чтобы оставаться людьми. Это очень важно, а сейчас это настолько остро, что я даже не могу сказать. Это просто проблема каждого сегодняшний день, на сегодняшний день. But most of your movies are talking about civil population being a military mean for political gains. So how to stop this?
we still have civilians being targets, potential targets. Да, да, да. Я понимаю, но это очень сложный вопрос на самом деле. Я этот вопрос поднимаю, потому что любая война делает заложником людей, которые к этой войне вообще не имеют отношения, к этим политическим воззрениям не имеют никакого отношения. И они волей-неволей становятся заложниками. И что сделать, чтобы обеспечить их как безопасность этих людей, я даже не знаю. Чтобы сделать, чтобы подобных конфликтов и подобных ситуаций не возникало, я не знаю. Но я просто поднимаю этот вопрос, я задаю этот вопрос, но существуют люди умнее меня, которые, может быть, могут на это ответить. Maybe you will have an answer to this question. You said that Hitler and Stalin were self-made, I would not say men, but totalitarians. But Putin is just a front man. There is a corporation behind him, you said. What corporation is it? Ну, дело в том, что еще 100 лет назад власть в Советском Союзе, то есть в Российской империи, захватила группа довольно агрессивно настроенных террористов, которые называли себя большевиками, которые готовы совершать были то, что другие люди не готовы были совершать в это время, что шокировало других людей, например, расстреливать невинных в огромном количестве и так далее. И с тех пор образовалось два клана. Один клан партийный, второй клан спецслужбы. И вот эти кланы в течение всей истории Советского Союза воевали между собой. И в конце, когда Советский Союз распался, значит, один из этих кланов победил и поставил своего лидера. Вот мы с этим имеем сейчас дело. Я вам сейчас короткую историю, очень короткую, неподробную, рассказал про Советский Союз, который не был никогда ни коммунистическим, ни социалистическим, никаким иным. Это просто группа, корпорация, которая управляла, используя разную идеологию, разные приемы, управляла огромной территорией и продолжает терроризировать мир. And just for the end, the past, we can say 8 years were transformative for Ukraine. You had Maidan Revolution, then you had Russian annexation of Crimea, then Donbas War. When you look at Ukraine today and Ukrainian people, what do you see? Ну, мне сложно сказать, потому что я смотрю издалека. Я не был там внутри. Но, насколько я понимаю, все достаточно серьезно радикализируется. И это понятно в условиях войны. И ситуация очень быстро меняется в Украине. Чем это закончится, я не знаю. Такое у меня впечатление от того, что происходит. Ну, там 7 миллионов покинуло Украину, это огромное число. 14 миллионов потеряло свое жилье. Можете себе представить, что это такое? То есть я вообще не понимаю, каким образом эта страна может существовать и себя содержать. То есть она в какой-то момент начинает быть просто зависимой от внешних инвестиций и перестает, она теряет, как бы там ни было, пусть это будут инвестиции доброй воли, но она теряет собственную независимость в этом смысле. Вот. И это тоже довольно такая серьезная и тревожная ситуация для страны. Mr. Luznitsa, thank you very much for talking to Al Jazeera. Thank you very much.